полный. Вы это видели? Вон он, прикинь. Видишь, глаза светятся? Видишь? Да, Сафар? Вон он. Так, полезли вниз. А где мы его там вытащим? Сейчас мы там дырку пробьем снизу, там должна быть дырка. Короче, ребята, это непредвиденная ситуация, поэтому мы должны спасать котенка. Пойдем вниз. Что за мрази вот сделали это? Такие нелюди. Все, мы пойдем спасать этого бедного котенка. Он зовет на помощь, если мы не сможем сами спасти, то мы вызовем МЧС. Эй, вы что ты делаете? Ничего. Нет. Давай. Ты видел, что там с котенком? Пойдем вниз. Мне кто-то, короче, котенка в этот закинул. Вот, в трубу, он где-то из этих трубов. Труб. Ты что пропал? В смысле пропал? Вообще пропал. Я-то снимаю видосы. Что ты снимаешь? Ребят, ссылка в описании. Не будет ссылки вообще. Я почему? Сука. Пойдем. Где ты? Так. Где? Так, вот туда посмотрим. Или вот тут она должна. А, нет. Это вообще то? Та дыра или нет? Нет. Ты заснял? Нет. Я заснял там котенка. Ебать. Да не гони. А, вот тут из каких-то труб. Где? Вот тут, вот это видишь? Вот он там. Он там? Да. Что он там делает? Вон. Вон, смотри. Че это? Это фигня. Ой, фигня. Где он теперь? Нету, пошли, все, возьми. В смысле нету? Вот пойдем наверх посмотрим. Вот этот человек отказался помогать котенку. Вот этот гандон просто. Ребят, ссылка в описании, снимаю топ. Пошел нахуй. Сейчас мы будем вызывать МЧС. Здравствуйте. Тут ситуация такая. На элеваторе застрял котенок. В яме. На элеваторе застрял котенок? Да, в яме.
сайте? Да. А как ваше имя и фамилия, пожалуйста? Зачем оно вам нужно? А я просто сейчас веду видеофиксацию и хочу посмотреть, как вы помогаете. Кому? Котятам? Ну, это как-никак живое существо. Я вам говорю, что мы спасением людей занимаемся. Можно ваше имя и фамилию? Арбаев Алишер Маратович. Хорошо. Все, спасибо, до свидания. Так, видите, как вот МЧС... Такие спасатели. Вот такие спасатели. Сейчас мы не оставим все это, мы по-любому его спасем. Да, ну там пиздец в арматуре завалило. Хуево. Вон. Бля, подожди, стой. Что, у тебя разряжается фонарь, да? Да. Что это? Вон, там что? Сука, бля. Мастер. Короче, ребят, я не знаю, вам видно или нет. Стой. Вспышка. Не, давай сами попробуем сначала. Давай сами начать, попробуем. Я первую буду распутывать или ты... Да, распутывай. Смотри, надо не запутывать. Вот край, все. Все, вот край. Смотри, я вот так предлагаю. Один вот сюда завязать, второй вот сюда. Значит, тебе второй раз не везет свет. Со светом? Со светом. Светом? Да, блин, вообще заебал. Нет, тогда не было ветра, ты что заебал? Ты же сказал. Блин, а прикинь, если он на полпути выпрыгнет. Она должна выдержать. Меня? Да. Ну я знаю, что она меня должна выдержать. Зачем за ней? Че, звук? Все, мы спасли котенка. Ой, красота. Подальше. Давай его покушать ему. Ну, не, пойдемте вниз, друзья, мы уже. Все, мы все. Давай вначале пускай. Положи его в сумку. Веревку в сумку закинь. А, аккуратно. Нет, вначале отвяжи от сумки просто. Положи его в сумку. Не дергай? Нет. Пускай похавает. Закройте еще сумку. Да, сейчас. Кушай. Ути. Какой у него сейчас стресс? Сумку засунь. Чтобы не дышал. Жопу сумку. Давай, держи. Красавчик. Запихивай. Нет, он висел на ней. Короче, одна сторона. Вот так вот, типа вот да. Так вот, знаешь, вот так вот. Да. Вот. Да. Я говорю. Давайте вниз, спустим, там поживет. Давай. Сумки все, берите. Ничего не забыли. Рэнди, держи крепче. Ой, блядь, я на эту хуйню сел. Тихо, сюда. Смотри, какой он. Заставляет кушать словом. О, молодец. Знаешь, какой он голодный был там сидел. Мяукал, мы его когда встали? Блин, ты постарайся этот включить. Короче, тот телефон, я главный редактор. Или завтра в Рику пойдешь? Файл вот этот. Если хочешь... Не, я могу пойти, только мне твои файлы нужны, как мы его вытаскиваем. Давай, кушай. Довольно-таки домашний, да? Да, он домашний. Он, может, с вашего района? Да нет, у нас таких не было. Я каждую кошку во дворе знаю. Что-то как-то странно. Звучит по-зоофилски. Я просто ночью превращаюсь в кошек, да? Насыпьте еще. Это мало я вообще. Вот. Лежит.
А вот теперь мне просто интересно, что за сука, пидорасина, мразина, сука, найду выебу, хэштег, кинул ее туда.